Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим бюджетное кресло от именитого бренда Maxi Cosi. Моделька называется Rodi SPS. Это кресло категории 2-3 от такого бренда. И стоит оно, друзья, вот на текущий момент, вот по ссылке пройдите на Мир Автокресла, оно сейчас стоит 10 500 рублей. И за эти деньги получить кресло от такого бренда — это просто халявый подарок на самом деле. Причем это кресло достаточно безопасное. Здесь очень хороший уровень еще и защиты головы. Здесь такой очень серьезный подголовник. Вот. Оно трансформируется в бустер и весит оно, друзья, 3 килограмма 400 грамм. Его можно брать в путешествие вообще спокойно, без проблем. Причем одним движением раз, и все. Вот я сейчас могу убрать, и вот бустер готов. Вот. И транспортировать его легко. И, соответственно, с таким весом, не знаю, можно его под мышку взять и вперед из песни, как говорится. Вот. Что касается безопасности, друзья, подробнее чуть-чуть скажу. Естественно, оно там европейскую сертификацию имеет, там все, обязательные краш-тесты пройдены. Тестов на Адаке здесь нет. Просто в таком бюджете вы не получите такие тесты, потому что это дорого их проводить. Это провести тест, это там чуть ли не четверть миллиона долларов. Насколько я знаю, информация не последняя в инстанции, но где-то слышал. Вот. Это дорогое удовольствие, поэтому если хотите получить от хорошего бренда кресло и недорогое, оно не будет с адаком, это вот 100%. Поэтому все обязательные тесты пройдены, уровень защиты хороший, все нормально. И смело могу сказать, по посадке, друзья, очень хорошее кресло по посадке. Мы уже 1000 таких кресел продали, оно достаточно популярное. Потому что бюджет, друзья, 10 500 рублей. Что вы еще купите за эти деньги хорошего? На самом деле мало что вы купите. Особенно еще и Maxi Cosi. По посадке. Очень хорошая глубокая сидушка. Все мягкое. Ткани простые, друзья. Но эти ткани, как показывает практика и опыт продаж многолетний, это очень живучая ткань, долгоиграющая ткань. Такси, кстати, очень любят у нас их покупать, потому что, ну, в бизнес-классе в основном, вот, потому что клиенты видят бренд Maxi Cosi, и у них дополнительно вызывает доверие к этому такси, вот, поэтому прикольно. Эти ткани долго живут, хорошо, легко чистятся, стираются, главное, вот до 30 градусов это делаете, и все нормально. Вот, что касается крепления, друзья, здесь нет изофикса, оно крепится только ремнем. И вот у нас есть небольшой свободный ход у спинки, то есть в дальней дороге мы можем, если у вас спинка автомобиля позволит вот такой угол добиться, то можно ребенку спокойно ехать далеко. Что касается пристегивания, сразу давайте пробежимся. Все классически просто. Пристегиваем точно так же ребенка в кресле, как вы себя в автомобиле пристегиваете. Классика, ничего такого сложного здесь нет. Ремень проходит обязательно в направляющем. Вот так это все выглядит. И ремень обязательно, друзья, проводите, точнее говоря, подголовник регулируйте таким образом, чтобы от плеча до подголовника было не больше 2 пальцев. Потому что выше поднимете, ремень к горлу сдвигается. Это очень сильно опасно. Поэтому такая история. Пристегивается элементарно, транспортируется элементарно. Можно вот таким образом. Вот у меня лично в кресло автомобиля всегда остается вот так вот ремень. Я его не отстегиваю постоянно. Он в направляющем. И здесь малой залазит, сам пристегивается. И вот так все остается всегда, не болтается, не гремит ничего. Поэтому тоже вариант. В общем, друзья, здесь сильно много не расскажешь про это кресло, но если дешево хотите, от хорошего бренда, качественное кресло, то вот, пожалуйста, Rodi SPS от Maxi Cosi, прям очень хороший вариант, очень живучее, качественное кресло за мало-мало денег, друзья. Так что ссылка внизу на Мир Автокресел будет внизу в описании. А вам пожелаю сделать хороший, грамотный выбор и удачи на дорогах. Всем пока!